Прошлый сезон показал, что они способны решать самые серьезные задачи и обыгрывать самых серьезных соперников. Да, пора покорять новые вершины и выходить во второй дивизион. Дефо. Эффектный пас, точно в ноги партнер. Какой навес! Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу. С углового мяч будет введен в игру. Лайнсман показывает на угол поля. Будет подача или розыгрыш, посмотрим. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Какой удар! Удар! Ибрагимович. Атака продолжится через фланг. Навес. Голкипер отбивает мяч. Ну, может быть, подать пора? Пас с фланга. От ворот. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Какой шанс! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Игра остановлена. Будет угловой. Опасно! Ибрагимович. Пяткой пытался мяч партнеру передать, но на пути встал защитник. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Плохо сыграно, мяч потерян. Дефо! Опасно как! Относительно легкий мяч для вратаря. По мячу попал, а вот по воротам... Прекрасный па... Опасно! Гол! 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 Кто бы мог подумать, что мы почти не увидим борьбы на поле. Задавили, практически задавили. Много возможностей для взятия ворот, много красивых комбинаций, много ударов. Все это должно отразиться, конечно, и в статистике матча. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Может получиться интересная атака. Можно играть дальше, считает арбитр. Дефо. Мяч на боковой линии. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Дефо.
Защитник выносит мяч. Мяч за пределами поля, угловой. Головой бьет он по мячу. Бьет он по воротам. С такими защитниками забить будет нелегко. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Загружает мяч в штрафную площадь. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Ибрагимович. Мяч потерян. Отличный кросс. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Именно так, наверное, его учили в детской юношеской школе. Ибрагимович. И вот потери в центре поля. Мяч ушел в аут. Полностью контролирует ситуацию в своей штрафной голкипер. За долю секунды он принял правильное решение и спас свою команду. Дефо. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Отличный навес. Дефо мимо бьет игру. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Один-ноль после первого тайма.